Давайте скажем так, друзья, я не могу сказать, что мне нравится все, что есть в этой комнате с точки зрения того, как оно выглядит. Например, логотип под названием «Аудиотехника», сделанный в стиле названия группы «Металлика», конечно, несколько олиповат. Но, тем не менее, ребята, которые скрываются под этим самым названием, возят какие-то невероятные чудеса. Посмотрите на эти циклопические конструкции, ребята. С ленточным твиттером. Это же лента? Это лента, ребята. Ну, если бы эти колонки делали французы, я думаю, они стоили бы 23 миллиона. Поскольку их делает китайская компания Aurum Cantus, всего 2 с копейками. 2 с копейками? 2. Вот, ерунду вообще.